5-е место моего рейтинга занимают волгоградские болельщики. ЦСКА подтвердил свой класс и уверенно обыграл «Красный Октябрь» в Волгограде. Армейцы играли агрессивно и показали яркую игру, несмотря на отсутствие 4 игроков из первой пятерки. Но я снимаю шляпу перед волгоградскими болельщиками. 4000 зрителей, которые пришли поддержать свою команду в местный дворец профсоюзов, болели, кричали и поддерживали своих любимцев с первой до последней секунды, несмотря на результат на табло. А когда прозвучал финальный свисток, все зрители спустились вниз, потому что каждый хотел получить автограф и сфотографироваться с участниками матча. 5-е место. Волгоградские болельщики. MVP тура Джаред Хоман. В 17-м туре единой лиги ВТБ центровой из питерского «Спартака» Джаред Хоман был на высоте. На его счету 26 очков и 13 подборов. Он сделал дабл-дабл. Именно благодаря его игре команда из Питера попала в плей-офф единой лиги ВТБ. Кто бы мог подумать, что нехватающий звезд с неба «Спартак» добьется такого результата. Вон Вейфер, мимо денег. Это был не день Вейфера. Защитник «Красного Октября» совсем недавно показал феноменальную игру против ЦСКА. В Кубке России он забил 38 очков. Но очередная встреча с армейцами обернулась неудачей. Защитник «Красного Октября» много мазал и терял мяч. По ходу встречи невольно вспоминался эпизод из его карьеры, когда он играл в NBA за Бостон Селтикс. Надеемся, что в «Красном Октябре» обойдется без таких курьезов. Возрождение Евгения Воронова. Совсем недавно мы видели Евгения на скамейке запасных ЦСКА, но по ходу сезона он перешел в подмосковный «Триумф». Сейчас Евгений Воронов – ключевой игрок и лидер своей команды. Подтверждение этому – его великолепная игра, 16 очков и 4 результативных передачи в победном матче «Триумфа» против «Смоки Милл». Сегодня Евгений и его команда обеспечили себе выход в плей-офф и 3-е место под группой. 1-е место в моем рейтинге занимает единственный в мире играющий президент. Харизматичный босс «Красного Октября» Дмитрий Герасименко продолжает удивлять и шокировать. В матче против ЦСКА он провел на площадке целую четверть. Своим желанием и азартом он вдохновлял партнеров по команде, а также многочисленных болельщиков. Жалко, что в концовке матча он промазал трехочковый. Но чемпионат единой лиги ВТБ еще продолжается. И у Дмитрия Герасименко еще будет шанс реализовать свою мечту и забить 3 очка в чемпионате единой лиги ВТБ. Дмитрий Герасименко, 1-е место.